Вот так и начинается мой первый съемочный день в 16-серийке. Рабочее название «Несмотря ни на что». В той машине сидит мой муж по фильму и моя дочь. Ну, с ней мы уже познакомились, это Инночка Коляда, а с мужем пока нет. Но я очень надеюсь на дружеские отношения, которые помогают в работе. Представляю вам, это Александр Яцко. А это наше первое семейное фото для портрета в рамочке. А я страдающая жена. Вот сейчас иду на площадку. Вот так выглядит страдающая жена. Это 90-е годы, соответственно, и одежда, и макияж, и все остальное сделано правильно. Вот иду на съемочную площадку. Тут сидит группа. А это я с Дотей по фильму, ее зовут Леночка. Перекадруйся, Коль! Коль, перекадруйся! Обживается квартира, в которой проживает наша киносемья. Вот фотография с дочерью сегодня выставлена. Художники очень тщательно подбирают реквизит, ну, чтобы создать обстановку ушедшего советского времени. А вот и фото с супругом. Слева идет разлучница, замечательная актриса Варвара Лаптева, но по сценарию та женщина, которая увела у меня мужа. А справа в машине едет мой муж, который теперь ее муж. Вот, и я за этим всем наблюдаю, ну а потом на крупнике, то есть крупным планом, буду рыдать и плакать, на что я и настраиваюсь сейчас. Ну, это идет репетиция, поэтому я позволяю себе снимать. Да, вот. Сейчас счастливая семья зайдет в парадное. А брошенная жена будет страдать. Что, к сожалению, близко и понятно, ну, почти каждой женщине. Эта репетиция была с камерами. И если сейчас на плейбеке будет все в порядке, то следующий кадр уже будет съемка. Вот камеры. Как вы видите. Ну, сейчас посмотрим. Ну вот, я с Варечкой Лаптевой, разлучницей. Мы сразу нашли общий язык, почувствовали родственные души. Было очень легко вместе работать. Тут сейчас Лена выходит, и вот без этого. Сейчас вот Стас довернется. Я думаю, ты и Саша, и можно там. Вот, смотри, жмых, вот этот момент будет брать. О, да, вот это Стас снимал? Да. Сейчас этот крупный снимем, вот этот крупный. И она выходит из кадра. И тут вот подхватываем. Бежим, бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Не, он лучше всех сработал, смотри. Он говорит. Спасибо, дорогой.
Вот и на, пионерская юность. Наконец-то в кино хотя бы можно увидеть. Дети в галстуках. Для тех, кто вырос в Советском Союзе, родился, то можно вот вспомнить хотя бы вот по вот этим кадрам пионеров. Ну, съемочная площадка, так сказать, в действии. Массовые, актеры массовых сцен готовятся. Ну и мы тоже готовы. Наши главные персонажи, и я тоже тут. Фото в исторически достоверном кабинете парторга с режиссером Юрием Осиповым. А это то самое заявление, написанное моей рукою, которое я принесла в партком. Обожаю съемки за встречи и знакомства с чудесными людьми и актерами. Наталья Батрак, она завоевала мое сердце с первой секунды общения. С Ксенией Николаевой мы в кадре встретились впервые. Святая святых, костюмерка. А это на кухне нашей квартиры. Я на память всегда собираю фотографии хлопушек. Ну а фото с монитора всегда помогает понять, в правильном ли ты направлении двигаешься к своему образу, к тому характеру, который хочешь создать. Леночка, большое вам спасибо. Да, я познакомился с замечательной артисткой на этом проекте. Надеюсь, мы еще увидимся где-нибудь когда-нибудь. Да. И от компании «Киевтелефильм» вам вот этот красивый. Спасибо. 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 Я очень рада. Я плачьте, плачьте. Так ненадолго же. Я вас очень всех люблю. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. Ой, все, растрогали меня. Есть. А, да, есть. Растрогали меня, честно. Растрогали. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Было с вами очень приятно, комфортно и хорошо. Спасибо. Надеюсь, да, надеюсь. До скорых встреч. Заплаканная и счастливая, я закончила этот проект. И вот с таким букетом отправилась домой. Звук во время съемки писали нечистый, поэтому в студии звукозаписи каждый озвучивал себя. На память осталась тарелка, которой уже нет, она разбита, а премьера состоялась совсем с другим названием «Счастливо вопреки».